Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 10 ноября». Вооруженные силы Украины освободили за минувшие сутки 12 населенных пунктов на юге Украины. Об этом заявил Валерий Залужный. Немного статистики от главнокомандующего ВСУ. На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 километров. Общая площадь отвоеванных территорий достигает 1381 квадратный километр, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. Вчера на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения сил обороны продвинулись на 7 километров, взяли под контроль 6 населенных пунктов и вернули Украине до 107 квадратных километров территории. Также вчера на направлении Первомайске-Херсон вооруженные силы Украины продвинулись на 7 километров, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли 157 квадратных километров. За каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия наших войск. Непосредственно на Херсонском направлении мы разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника, тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, отметил Залужный.